Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас тема воздержания и медитация. Медитация очень интересная вещь, она успокаивает человека, приводит мысли в порядок, образуется внутренняя гармония и спокойствие души. На половом воздержании приходят кучу мыслей и фантазий в голову, и приходится с этим очень сильно бороться, и приходится человеку что-то предпринимать. Есть вариант, что медитация поможет вам расслабить мысли и привести их в порядок, при этом погрузиться в духовность, чтобы на душе было легче. Медитация поможет вам побороться со стрессом и тревожностью. Но нужно много практики, чтобы ваш внутренний мир обрел хороший покой и ваши мысли были чистыми. Помимо медитации нужно себя избавлять от других многих вещей, чтобы ваши мысли пытались выйти в нормальное положение, чтобы вас больше не беспокоили похотливые мысли и фантазии. Одной медитации спокойствия и вдохновления не добьешься. Необходимо активное занятие спортом, и чтобы на протяжении дня у вас была активность, не обязательно, чтобы весь день был активным, вам хватит буквально пару часов, и кровь в вашем теле будет разгуливать по всему телу, что не будет приводить к каким-либо застоям. На этом видео закончилось, большое спасибо за просмотр данного видео, всем пока и до скорых встреч.